Друзья, и снова всем привет! И в сегодняшнем нашем видео мы с вами будем собирать циркулярку, мощную циркулярку, стационарную, из болгарки, из мощной болгарки, из эсеровской. Вот сейчас покажу вам. Вот эсеровская старая мощная болгарка. Вот из нее мы с вами попробуем собрать стационарную мощную циркулярку. И для этого нам нужен будет стол. Сейчас я соберу стол и покажу, как ее вмонтировать, смонтировать, прикрутить, то все, чтобы все четко у нас работало. Кому интересна тема видео, советую досмотреть до конца. Для столешницы мне пригодится вот таких вот два щита ДСП. Я их спарю. И вот такой вот брусок. Ну вот так вот распилил, короче. Вот так они сейчас будут переворачиваться. Это будет наша столешница под нашу циркулярку. Ну вот, ребята, вот такая столешница у нас получается под нашу циркулярочку. Теперь, ребят, нам надо будет вот таких вот два уголка сделать. Вот один я изогнул, сейчас второй изогну. Вот уже отметено, где будет у нас отверстие. И покажу, как будет крепиться болгарка. Ну что, друзья, скорее всего, наше видео получилось как обзор самодельной стационарной циркулярки. Почему? Потому что весь процесс я не стал снимать, как я все прикручивал, как я уголки вот эти сделал, как у них отверстие сваркой сделал, то все, ну, в итоге смотрите, вот два уголка, то есть закрепил на два уголка, вот тут вот шток с резьбой закрутил, еще сварочкой сделал, то есть она у нас будет стационарная, тут я прикрутил ручкой, то есть она у нас жестко все четко держится, тут у нас уголок упорный, что она ни туда-сюда не отклонится, ну и плюс там комусиком все четко. Вот привернул сейчас циркулярочный диск 150. Что нам осталось сделать? Нам осталось сделать ножки. То есть я сейчас сделаю ножки. Вот будет щита ДСП вот с этого. Вот таких вот два щита. И третий уже их будет, две наших ножки будут крепить так, чтобы они туда-сюда, короче, не гуляли. То есть сейчас я это все сделаю, и мы с вами ее оттестируем, как она у нас будет работать. Так что смотрим дальше. Ну что, ребят, короче, смотрите, привернули мы наши ножки, сделали вот такие вот укрепления. То есть у нас сейчас получилась жесткая конструкция. Ничего нигде не видно. Ну то есть все вот так нормально укрепили. Одной пошире и вот какая бы. Ну, в принципе, делаем с того, что есть. То, что вот есть в гараже, с того, в принципе, и слепили. Сейчас ее перевернем. И оттестируем, попробуем, как наша стационарная циркулярка пилит. Сейчас еще провод где-нибудь вот так вот зафиксируем хомутом, чтобы провод наш не подлез под диск. Отверстие сделаем и хомутиком вот так вот закрепим. Ну все, смотрим дальше. Ребят, сейчас будем ее тестировать. Вылет получился у нас 150-го диска, как болгарку закрепили, получается 2 сантиметра, то есть мы двушку можем, 20 миллиметров доску можем спокойно распускать. Конечно, я еще тут не доделал, надо будет сделать в дальнейшем линейку, чтобы уже конкретно там на 25, там на 10 что-нибудь пилить. Ну, короче, по размерам линейки сейчас нет, но мы сейчас просто ее проверим, что она у нас пилит, все нормально. И также в дальнейшем можно будет диски циркулярочные уже размером больше ставить, чтобы уже, как говорится, повыше что-то пилить. Ну все, сейчас я ее включаю, проверяю. Короче, она работает. Не обращайте внимания, что я совсем не с той стороны смотрю, потому что меня снимает сейчас оператор. То есть, так что не обращайте внимания. Так-то правильно стоит вот так. Ну просто, чтобы вам было видно,
Мне я встал там, чтобы, как говорится, было лучше видно и создавать неудобства оператору. Ну вот, в принципе, вот с мощной болгарки у нас получилась мощная циркулярка стационарная. В принципе, все. Ребят, кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться с видео с друзьями. Ну все, всем до новых встреч.